Добрый день! Спасибо, что заглянули на мой канал. Канал это у меня второй, с вами наедине. Есть еще «Океан счастья». Там я делаю обзоры. Сегодня выпускаю видео на этом канале про покупки из фикс-прайса, не только. Вообще-то хотела все вот я убраться, но у нас 2 дня нету воды. Вот сидим без воды, остается только показывать вам покупки. Сходила в фикс-прайс, ну давайте поделюсь, покажу, что же я там приобрела. Первое, что это вот такой коврик, всем известный, я думаю, многие его уже купили давно, я на него смотрела, но как-то, знаете, хотела купить на Алиэкспрессе, там просто большие размеры продают. Вот, здесь этот коврик маленький, силиконовый коврик для выпечки, размер небольшой, и вот как-то я очень долго его не покупала, но все-таки решилась, потому что вот ни с того ни с сего, скажем так, вот захотелось мне что-то приготовить из теста, а просто вот на столе делать, думаю, сейчас будет прилипать тесто, уже вот тоже замучилась отмывать эти столы, и вот так вот взяла и купила. Думаю, ну попробую, посмотрю размер, если понравится, куплю еще. Его я уже и испробовать успела. Оставлю вот здесь наверху ссылочку. Пекла печенье на этом коврике. Отлично получилось. Можете зайти посмотреть, какой размер, как я раскатывала тесто. Если интересно, заходите, смотрите это видео и посмотрите, как вам кажется коврик, маленький, не маленький. Но еще раз повторюсь, на Алиэкспрессе размеры больше. Именно этот коврик размер 40 на 30 сантиметров, стоил он 99 рублей, дешевый. Хочу сказать, что на Алиэкспрессе вот хорошие отзывы, на какой, да, я хотела коврик купить. Я уже не помню размер, но он вот прям большой. И стоил он там, если со всеми скидками, по-моему, можно было покупать, вот если когда бывают так неплохие скидки, где-то 460 рублей. Вот, так что вот думайте, либо дешевле, но меньше, либо дороже, но больше. Ну, вот такой, да, небольшой, но тут тоже все разметки есть. Качество хорошее, мне понравилось, со стола не съезжает. И тесто не прилипает, то есть все отлично. Следующее, что я там купила, вот такой нож кухонный. Купила я его родителям. У меня достаточно ножей, пока они мне не требуются. Вот. Был там вот такой белый вариант. 77 рублей. Стоит недорого. Нож кухонный универсальный, 28 сантиметров, а длина лезвия 15 сантиметров. Скажите, классный, да? Написано, что подходит для работы с любыми продуктами, что очень радует. Вот, осталось только его испробовать в деле. Были там и черные ножи, но мне кажется, беленькие очень даже красиво смотрятся. Даже когда я там по магазину ходила, две женщины ходили, между собой разговаривали, слышу разговор. Одна другой говорит: ой, надо мне вот такой беленький купить. Правда, она не купила, ушла, но говорила, говорит, надо мне купить. А та и вторая говорит: ну ты ж купила. Она: ну да, тот черный, а это белый, я хочу белый. То есть, конечно, поблагороднее, да, покрасивее смотрится белый цвет, чем черный. Кстати, она еще отозвалась, говорит, нож хороший. Ну вот теперь осталось нам испробовать в деле. Следующая покупка это, смотрите, стойкая натуральная крем-хна для бровей. Было там у нас 4 цвета в наличии. Коричневый, темно-коричневый, графит и черный. Тоже скажу, что покупала я его не себе. Кстати, можно еще и ресницы окрашивать. Покупала не себе, покупала маме своей. Вот. Поэтому будем пробовать. Мне одна зрительница написала в обзорах вот на «Океане счастья» на канале, когда я его показывала в обзоре, что хорошая краска. Ну вот будем теперь проверять на себе.
кубик, как вы видите, небольшой. Но я думаю, хватит, может, его надолго. Посмотрим. Купила еще вот такие листики для заметок, да, с клейким краем. Здесь 150 листиков вот такого яркого, насыщенного цвета. Потому что на таком цвете хорошо видны именно вот синие чернила, да, там синие, черные. Все хорошо видно. 55 рублей они стоили. Купила еще вот такой пенал на резинке, 77 рублей. Там было несколько видов. Все красочные, красивые. Тоже в обзоре я показывала. Я еще раз повторюсь, если кому интересны обзоры, заходите на Океан Счастья. Там увидите все обзоры. Выпускаются они чуть ли не каждый день. Каждый день обзоры новые. То есть я не повторяюсь в товарах. Так что заходите, смотрите. Чем он мне понравился? Он, конечно, небольшой. Здесь поместится, ну, ручка, карандашик, да. Вот. Но принцип в чем? Что здесь резинка. Можно присоединить на тетрадь, на блокнот. Здесь, вот видите, даже картиночка указана, как это можно все сделать. И куда-то вы пошли с этой тетрадкой, с одной, да, с блокнотиком. Но вам некуда положить ручку, карандаш. А это вроде все вместе с тетрадкой, с блокнотиком. Все при вас, да, как говорится, вся канцелярия. Очень удобно, кстати. Думаю, всегда пригодится. Еще купила Полинке вот такой блокнотик. Блокнот-тетрадь. Стоил он 99 рублей. Даже интересно, смотрите, здесь написано 6+. Старше 6 лет. Ну, может быть, младшие дети, может, и не поймут. Хотя он красочный, с картинками, в линеечку. Классный блокнотик. Мне тоже понравился. Картинки красочные. Много там тоже вариантов было. И желтые, красные, розовые. То есть тоже на любой вкус и цвет. И вот такие формочки тоже мне приглянулись. Обязательно всегда, по-моему, всем пригодятся в хозяйстве. Все что-то выпекают, пекут. Принцип этих формочек еще в чем? Что они идут с крышками. Очень удобно, да, что-то испекли, накрыли крышкой, поставили в холодильник. Не доели, опять накрыли крышкой, то есть ничего не будет обветриваться в холодильнике. Очень удобно. Как вы видите, я купила два варианта, побольше, поменьше. Цена и там 77 рублей. Разница только в том, что больших контейнеров 5 штучек в упаковке, а маленьких 10 штучек. Я думаю, отличная покупка. Так что всем советую такие прикупить. И вот такие красочные пакетики, тоже большой выбор. На них я еще обзор не делала, только вот буду монтировать фильм. Опять повторюсь, кому интересно, заходите на Океан Счастья, посмотрите. Там было несколько вариантов, по-моему, вот я держу два варианта, да. А там еще, наверное, или два, или три варианта тоже были с фламинго. Такие серенькие какие-то и еще какой-то вариант. Ну, все такие хорошие, симпатичные. И самое мне, что больше всего понравилось, они небольшие, да, такой квадратной формы, два пакетика в наборе. Вот. То есть вот что-то подарить, да, небольшое, по-моему, вообще отличный вариант. Вот так они выглядят. Классные пакетики, очень мне понравились. Вроде не совсем маленькие и небольшие. Может, там какую-то косметику подарить, да? Очень удобно.
И смотрите, что еще там прикупила. Уже начали продавать товары для сада-огорода. Купила сада-огорода, скажу сразу, у меня нет, кроме подоконника. Вот купила для подоконника вот такие горшочки. Будет расти у меня на подоконнике. Будем выращивать сами. Попробую, посмотрю, что из этого получится. Купила мелиссу, рукулу. И третий вариант — это базилик. Вот такие травки. Я как планирую, если все это вырастет, как говорится, отрезал и можно бросить в салатик, да. Базилик, он добавляется в различные блюда тоже, если вот так вырастет и все будет благополучно. Кстати, напишите, может, кто-то уже пробовал, выращивал в таких горшочках, как у вас вырастало, нет ли, чтобы знать заранее, что мне ожидать, урожай или не урожай. Вот, ну попробуем. Известные бумажные полотенца, постоянно их беру, очень мне нравятся. Они большие по объему, и тут как написано, типа два вот этих рулона больших равно 4 рулонам, да? И стоит эта упаковка 77 рублей. Но если, конечно, действительно он равен 4 упаковкам стандартных бумажных полотенец, да, то очень выгодно, 77 рублей. Они плотные, хоть написано двухслойные, но они плотные, классные. А вот эти бумажные полотенца я купила родителям. Здесь вот как раз 4 рулона, да, вот, и написано трехслойные. Папе, ультра впитывающие, прочные. Они идут по 99 рублей, но тоже неплохие. И купила вот таких два контейнера для специй. Тоже один себе, другой родителям. Корзинка называется для специй. Как вы видите, стоила на 55 рублей. Три цвета у нас было, по-моему, мятный, розовый и вот такой прозрачный. Ну, прозрачный мне больше нравится. Как говорится, к любой кухне подойдут. Вот. Они, конечно же, идут с разделителями, довольно-таки широкие и глубокие. Ну и тут размер не очень большие. Цена радует, стоит вообще дешево, хочу сказать. Классные контейнеры. Здесь по бокам идут ручки. Ну вот, разделила, вот так выглядит. Классные. И что еще купила, забыла вам показать. Это вот такая подставка под ноги. Стоила она 199 рублей. Она не очень высокая. Вот здесь, смотрите, с пупырышками. Может быть, еще подразумевается массаж ног. Может быть, не знаю. Вот. Но смотрю, не во всех магазинах ее продают, эту подставку. Ну вот, решила прикупить себе под стол. По-моему, сюда пригодится. Ну вот, все покупки из фикс-прайса. А сейчас давайте посмотрим, что же я купила в магазине из продуктов. Тоже забежала по дороге, прокупила необходимое. Тем более, в Пятерочке сейчас скидки идут. Смотрите, может, кто-то чем-то заинтересуется, тоже сходит. Давайте посмотрим. Это, в принципе, все Пятерочка. Единственный хлеб — это в магните, это батон с трубями. Постоянно беру. Нравится, он уже здесь нарезанный. В упаковке 400 грамм, где-то в пределах 30 рублей. Ну и так, давайте приступим, что я купила в Пятерочке. Пока там акции начались, вам скажу, может, кому что-то пригодится. Яблоки, сразу скажу, были со скидкой, но они уже такие, что их надо срочно съедать. Значит, за килограмм 57 рублей. Я буду вам округлять эти копейки, они никому не нужны. 57 рублей за килограмм. Следующий, вот такой кекс, никогда не брала. Кстати, напишите, может, кто брал, на скорую руку что-то готовил, как у вас получалось. Купила, тогда, может, покажу, когда буду делать, как он выглядит,
хороший, плохой, и сделаю отзыв тогда на него. Был он вроде со скидкой. Сейчас посмотрю цену. Кекс 40 рублей. Апельсиновый, смесь для выпечки. Значит, как же он готовится? К содержимому пакета добавить 160 мл воды или молока и 100 грамм размягченного масла или маргарина. Потом быстро размешать. Готовое тесто, ой, как все просто-то. И выпекать при температуре 180-200 градусов в течение 40-45 минут. Как все просто. В общем, добавить воды или молока и маргарин или масло. Все. И ваш кексик будет готов. Да, вот необходим ингредиент. 100 грамм масла и 160 миллилитров воды или молока. Ой, обязательно надо попробовать. На скорую руку вот так, да? Посмотрим. Интересно, а состав хороший, нет ли? Давайте посмотрим. Очень-очень мелко. Даже не знаю, разгляжу я или нет. Мука, сахар, яичный меланж сухой, молоко сухое, разрыхлители теста, соль, апельсиновая цедра, порошок, ароматизатор, апельсин. О, кстати, смотрите, неплохой состав, вроде ничего такого вредного нету. Да, интересненький кексик, надо обязательно сделать. Так, дальше, спагетти были. Очень жалею, конечно, мне лично досталась последняя пачка. Была хорошая такая неплохая скидка, 36 рублей. Федеричи. Я не знаю, правильно прочитала или нет. Иностранный знаю не очень. Здесь 500 грамм, кстати. Вот. Дальше. Что у нас тут поближе-то? Вот такой интересный йогурт я обнаружила там. Смотрите, тоже взяла последние две баночки. Они разные. Вот Activia. Здесь входит. Кстати, не дешево стоит. Вот даже со скидкой вот эти баночки 43 рубля. Со скидкой. То есть без скидки еще дороже. Вот в этот, который держу, входит вишня, ягода асаи, гранат и зеленая гречка. Значит, натуральные йогуртные с вишней, зеленой гречкой, овсом, гранатом и асаи. Больше, чем перекус. Сочетание пробиотика, тра-та-та. Ну, в общем, вот такой продукт. Биопродукт кисломолочный, йогуртный. Обогащенный бифидобактериями. 200 грамм. Попробуем. Так, а в этот что входит? Здесь виноград, чиа, киви и матча какая-то. Господи, даже таких и не знаю, не слышала. Ладно, будем пробовать. Дальше масло было вот это. Кстати, хорошая цена. 68 рублей литр здесь. Комет. Вот такой комет. Не стала вытаскивать я из упаковки, все-таки на столе стоит. Удаление беру периодически, мне нравится для унитаза. Удаление известкового налета и ржавчины. 100 рублей. Дальше был рис круглозерный, шлифованный, 900 грамм здесь. Так, сейчас посмотрю цену. 62 рубля. Какая-то новая селяночка. Попробуем. Так, купила Ацеделек, тоже был со скидкой. Пьем иногда, сейчас скажу цену. 37 рублей. Так, это сказал. А, вот это еще. И Ариэль опять появился в пятерочке. Продолжить чуть подороже. Помню, в прошлом году брала 169, сейчас, по-моему, 179 был. Сейчас гляну. Да. Ну, округляем рубль, 180 рублей. Здесь 13 капсул. 3 в одном. Вот такие покупочки. Ну вот, дорогие мои, все покупки показала, и фикс прайс, и продукты. Сегодня мое видео одни только покупки. Наверное, на днях надо начинать уборку. Надеюсь, воду нам дадут. И следующее видео у меня уже пойдут про уборку, про мотивацию. Думаю, вы любите такие видео. Если любите, ставьте лайк, заходите на канал. Не забывайте подписаться, нажать на колокольчик.
что вам пришли уведомления о новых видео. И не забывайте заходить на канал «Океан счастья». Те, кто интересуется обзорами магазинов «Фикспрайс» и «Светофор». На этом я с вами попрощаюсь. С вами была Светлана. Всем пока. Скоро увидимся.